Добрый день, меня зовут Николай Русанов. Я эксперт в горнорудной промышленности. На сегодня оценил более 200 месторождений. Работал в крупных международных золотодобывающих компаниях. Сейчас я управляю своими горнорудными проектами в Казахстане. Вы можете знать меня из практической деятельности. Мы, может быть, с вами пересекались где-то. Или из моего блога в Инстаграм. На сегодня нас уже более 21 тысячи. Всем привет. Я хочу презентовать вам свой авторский курс по развитию золоторудных месторождений. Курс будет выложен на моем YouTube-канале для тех, кому это интересно и хочет получить дополнительные знания в этой отрасли. Курс подойдет всем, начиная от студентов, обучающихся горно-металлургической области, так и обычным людям, а также, может быть, и бизнесменам, которые хотят начинать развивать бизнес в этой сфере. Курс будет включать в себя несколько разделов. Первый раздел – это история золотодобычи. В этом разделе я бы хотел отразить начальные этапы добычи золота, ведь история золота котируется многими веками назад. Это очень интересный процесс. Почему вообще мы пришли к золоту? Во втором разделе я расскажу вам о промышленных типах золоторудных месторождений. Очень важно знать тип месторождения, на который вы нацелены развивать проект. Это говорит о возможных объемах в запасах, средних содержаниях и возможной технологии переработки. Третий раздел будет посвящен этапам проведения геологоразведочных работ. В этом разделе буду делиться опытом проведения геологоразведочных работ с разбором типовых месторождений. Четвертый раздел хочу посвятить оценке ресурсов и запасов на месторождение. Почему это важно знать? Это уже первая стадия оценки стоимости месторождения. После оценки запасов и ресурсов месторождение можно капитализировать или, как говорят, продать, что и делают многие юниорские компании. Пятый раздел – это проектирование. В этом разделе решается вопрос энергоснабжения, водоснабжения предприятия, наличие логистики, жизнеобеспечения, рудника. Оно необходимо для начала строительства. В разделе проектирования детально проводится выбор горно-технического оборудования. Это могут быть самосвалы, экскаваторы, бульдозеры. В общем, это все поможет вашему руднику работать для технологии добычи руды. Для технологии переработки руды выбирается дробильно-измельчительное оборудование, дробилки, мельницы и прочее оборудование. В проектировании решается вопрос экологии, соблюдения техники безопасности и охрана труда. Предприятие получает все разрешительные документы для ведения последующего строительства и запуска производства. В шестом виде я расскажу о открытых горных работах. Здесь я поделюсь опытом проведения открытой добычи на примере крупных месторождений. Открытая добыча – это способ добычи полезного ископаемого с поверхности земли с помощью карьера, находящегося под открытым небом. Нужно все это для того, чтобы добыть полезное ископаемое и получить золотоносную руду, которую отправим на технологию переработки. Следующим видео будет посвящено подземной добыче, которая включает в себя строительство подземного рудника, проходки стволов, штолен, транспортных уклонов и всех вскрывающих горных выработок месторождений. Не пугайтесь этих слов. Подробно о каждом я расскажу в своем видео, чтобы у вас не возникло страха. В этом видео я также расскажу о системах отработки, которые применяются при подземной добыче руды. Поделюсь своим личным опытом и расскажу о том, как вообще все это работает. В восьмом разделе я поделюсь опытом применения технологии переработки руды. Здесь я расскажу о построенных фабриках, добившихся хороших показателей по извлечению золота из руды. Здесь я подробно расскажу как о небольших фабриках, так и о крупных уникальных производствах, которые я лично видел и изучал. Девятое видео будет посвящено капитальному строительству. В этом разделе подробно расскажу по пунктам информацию о том, как начинается строительство, какие этапы проходят, как запускается в производство, в эксплуатацию. Отвечу на вопрос о том, какой период времени это занимает и какие капитальные затраты необходимы для строительства. Десятое видео будет посвящено созданию умного рудника. Поделюсь опытом внедрения информационных систем на горнорудных предприятиях. Что такое умный рудник? Умный рудник – это контролирование всех геолого-горно-технологических процессов программными продуктами, где мы видим геологический запас, горную добычу, технологии переработки и конечную себестоимость добычи 1 грамма золота. Расскажу о построенных рудниках, где применялись современные программы, значительно повлиявшие на качество работы.
Курс я буду выкладывать планомерно, в течение нескольких месяцев. Первое видео сделаю в декабре этого года. Это будет история золотодобычи. Это будет бесплатное видео, в котором я расскажу об истории золота. Остальные видео выложу до конца января 2023 года. Каждое видео будет находиться в общем доступе на YouTube-канале, где я расскажу основные механизмы работ. Более подробно выложу каждое видео на Google Диск с лимитированным доступом по ссылке, где наглядно объясню каждый момент, приложу визуальные материалы в качестве презентации документов. И, конечно же, сделаю еще одну версию, где оставлю свой номер для связи, чтобы вы могли мне позвонить в удобное время и задать интересующий вас вопрос. Помогу с разработкой стратегии развития горнорудных проектов. Следите за обновлением в моем инстаграме. Там я рассказывал о золоторудных и полиметаллических месторождениях мирового класса, где можно детально посмотреть запасы месторождений, технологии добычи и переработки руды, показатели извлечений, годовые показатели и себестоимость производства. Всю информацию я выкладываю на русском, английском и инском. Моя аудитория — это в первую очередь интересующиеся геологией и недропользованием люди со всего мира. Всем подписчикам мой привет!